Копилка казахской литературы пополнилась еще одним романом. В Алма-Атинской области широкому кругу читателей было представлено произведение писателя-публициста Шархана Казыгула «Кульпет». Автор ищет ответы на вечные вопросы, стоящие перед человечеством. В романе поднимаются вопросы гравитации родной земли. Что такое родина? Также в произведении прославляются такие ценности, как патриотизм, честность казахской женщины и родной язык. Отметим, что в прошлом году книга впервые была представлена на литературном конкурсе «Меценат КИЗ» и стала его лауреатом. Выйдя из-под пера литератора, роман «Кульпет» сразу занял особое место в сердце автора, начавшего писательский путь с публицистики. Потому как именно это произведение Шархана Казыгула совершило революцию в мире казахской классической литературы. Автор потратил более 10 месяцев на создание этого романа. Лейтмотивом написания стали «патриотические чувства к моей стране», говорит он. Отметим, что до сегодняшнего дня писатель опубликовал десятки книг, таких как «Портреты без палитры», «Онлайн мы если наедине футбольные фрагменты. На самом деле слово «кульпет» — это архаизм, тюркское слово, которое означает «страдание души». Я думаю, в каждом названии романа должна быть интрига. Это как призыв к читателю. Я выразил свои мысли о сохранении самобытности казахской нации и возможности пробудить патриотизм соотечественников. Это книга о любви к народу, стране, сохранении человеческого достоинства. Я хотел поднять в ней вечные вопросы человечества. Думаю, мне это удалось, потому что я к этому роману готовился 30 лет. Я не хотел быть плохим писателем, и эти амбиции сдерживали меня 30 лет. Во время пандемии появилась возможность. Я сел за роман. Написал его за полгода, но еще 4 месяца ушло на то, чтобы его отшлифовать. Сегодняшняя презентация организована при поддержке Управления культуры, архивов и документации Алма-Атинской области. Основная цель мероприятия – пополнить и развить национальный литературный фонд и поддержать автора, говорят специалисты сферы. Это произведение определенно глубоко вдохновило своих читателей. Энергия романа передается непосредственно от уст самого автора. Это потрясающе. Произведение посвящено глубоким раздумьям о смысле жизни, духовных ценностях и взаимоотношениях между людьми, что остается востребованным и актуальным в нашем обществе. Отметим, что всего роман «Кульпет» издан тиражом 5000 экземпляров. Сегодня половина из них распределена по республике. До конца года планируется поднять этот показатель. Напомним, с начала года в Алма-Атинской области презентовано около 10 книг разных авторов. Жандос Назарбаев, Аяулым Жерсун, Кызы, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ, Алма-Атинская область.